Внедрение стандарта магазина «У дома» позволит поддержать малый бизнес региона, а также откроет дополнительные рынки для местных производителей. По итогам прошлого года прекратили свою деятельность 1500 предпринимателей в сфере торговли. Аналитики считают, что это происходит потому, что они просто не выдерживают конкуренции с крупными сетевыми ритейлерами. А в республике почти 10 тысяч торговых объектов. 600 из них – крупные гипермаркеты. Для поддержки местных магазинов предлагают, к примеру, ограничить время работы гипермаркетов во времени. Но ряд экспертов не видят в этом необходимости. Однако поддержка магазинам «У дома» все же необходима. Соответствующий стандарт призван частично решить проблему. Здесь будет предложен ряд мер финансовой, нефинансовой поддержки для указанного формата от методических рекомендаций по началу организации деятельности и сопровождению инфраструктурному и финансовой поддержки. По оценке экспертов, именно добровольная сертификация магазинов может привести к сокращению административных транспортных расходов, расходов на IT-обеспечение таких магазинов на 15-20%.